День ВДВ прошел без эксцессов, если не считать дорожной обстановки. Среда стала рекордным днем по числу дорожно-транспортных происшествий в Иванове. За сутки в областном центре зафиксировано 41 авария. Это в два раза больше, чем обычно. Это дорожно-транспортные происшествия и с материальным ущербом, и те ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в 7 ДТП пострадали 9 человек. ДТП по вине нетрезвых водителей зафиксировано не было, однако сотрудниками отдельного батальона на ДПС в городе Иваново было выявлено 2 нетрезвых водителя. Были и те нарушители, кого привлечь к ответственности пока не получилось. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев ДТП, произошедшего 2 августа в 20 часов 20 минут на улице Революционной областного центра. Водитель квадроцикла сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия. Свидетелей просят позвонить в дежурную часть управления ГИБДД по номеру 32 50 38 или 30 44 35.